Некогда флешмоб новосибирских студентов превратился в массовую международную акцию. В написании тотального диктанта сегодня принимают участие русскоязычные жители 350 городов в 45 странах мира. 12 апреля тотальный диктант во второй раз пройдет в Чувашии. О том, к чему готовятся желающим проверить свою грамотность, в нашем репортаже. Тотальный диктант – это добровольная бесплатная проверка знаний русского языка. Чтобы принять в ней участие, необходимо зайти на сайт totaldict.ru, найти свой город и нажать «Я пойду». И затем прийти 12 апреля к 15:00 по указанному адресу. Для жителей Чебоксар – новый корпус ЧГУ на улице Университетской, 38, для новочебоксарцев – гимназию номер 6. После проверки участники смогут узнать свой результат и ошибки также на сайте акции. Никакие оценки, кроме пятерок, в прессу не попадают, и строжайше запрещено выносить информацию на публику, что вот такой-то, такой-то написал диктант на такую-то, такую-то оценку. Результаты доступны только самому пишущему. Текст для нынешней проверки грамотности написал Алексей Иванов, лауреат престижных литературных премий. А прочитают его в Чебоксарах актрисы Русского драматического театра Лариса Родик, шоумен Евгений Лебедев и интернет-редактор газеты «Советская Чувашия» Наталья Раштавина. Предварительно все дикторы пройдут обучение. Помощь в подготовке могут получить и участники. По пятницам с февраля, со второй половины февраля у нас еженедельно проходили занятия «Русский по пятницам», бесплатные для всех желающих. И завтра еще есть у вас возможность подготовиться к тотальному диктанту. Мы вас ждем всех в 6 часов, Университетская, 38, 528-я аудитория. Еще одно занятие перед тотальным диктантом. В прошлом году количество реальных участников во много раз превысило число ожидаемых. Проверить свои силы пришли около 1000 человек разных возрастов. Сохранится ли ажиотаж в этом году, смотрите в нашем репортаже в понедельник в 19:30. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика.